В игровой форме старшеклассники 4-й Одинцовской гимназии отвечают на серьезные вопросы. В честь Дня Конституции здесь провели интеллектуальный марафон на знание высшего нормативно-правового акта Российской Федерации. Современные подростки очень тяжело концентрируются на процессе учебы. Хоть чтобы как-то их заинтересовать и сделать этот процесс соревновательным, интересным для них самих, мы ежегодно к различным круглым датам, к государственным праздникам устраиваем вот такие интеллектуальные бои. Эти ребята собираются сдавать ЕГЭ по обществознанию. Знание Конституции – важное условие для прохождения испытания. Кроме того, победителям обещали пятерки по предмету и грамоты. Ребята с удовольствием принимают в них участие, потому что здесь обсуждаются те вопросы, которые встречаются и на различных проверочных работах, и на экзамене. А в игровой форме, если они все это проиграют, это легче усваивается, и они получат от этого удовольствие. С пользой приятно проводят время. Ученицы 11-го лингвистического класса 4-й Одинцовской гимназии Полина Овчинникова и Ольга Шведова серьезно готовятся к сдаче ЕГЭ по обществознанию. Это один из их любимых предметов. К тому же он нужен девочкам для поступления в выбранный вуз и дальнейшей профессии. Полина собирается быть переводчиком, Ольга – юристом. Довольно хорошо готовы. Готовы победить. Да. У нас есть хорошая мотивация. Нам обещали оценки выставить за полугодие. Ну, в любом случае, это хорошая подготовка к единому государственному экзамену, который ждет нас в конце года. Да, хороший опыт. И повторение материала. Усиленная подготовка не прошла даром. Именно команда 11-го лингвистического класса стала победителем интеллектуального марафона. Теперь ребята получат пятерки за полугодие и будут чувствовать себя увереннее на ЕГЭ. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».